6 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили Кайрата Сатыбалдыоглу. Его признали виновным по 4 статьям Уголовного кодекса. Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности. Также его лишили права занимать определенные должности в течение 10 лет. А на имя президента страны планирует внести представление о лишении Сатыбалдыоглу звания генерал-майора органов национальной безопасности и государственных орденов. Вердикт вынесли и в отношении 4 соучастников преступления. 2 из них получили по 6 лет, остальные по 2,5 года условного срока. Приговор пока не вступил в законную силу. Напомню, в конце августа антикор завершил досудебное расследование по фактам хищения в особо крупном размере в акционерном обществе «Казахтелеком» и в Центре транспортного сервиса. Окончательно назначить Сатыбалдыоглу Кайрату наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в основном капитале которых доля государства составляет более 50%, в том числе и в национальных управляющих холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более 50% голосующих акций, которые принадлежит им, а также в юридических лицах, более 50% голосующих акций, которых принадлежит указанным дочерним организациям сроком на 10 лет. В суде также прокомментировали возможную причастность Кайрата Сатыбалдыоглу к январским событиям. Ранее об этом упоминали некоторые СМИ. Однако представители Фемида сообщили, что по этому поводу следствием обвинение не предъявлялось.